Ребят, всем привет, это Андрей Гавриков и продолжаю вас знакомить с миром и с Россией в частности. Пока были в отпуске с семьей в Бахрейне, у меня появилось наконец время добить некоторые хвосты по монтажу видео, которые уже давно лежат. И вот один из таких хвостиков, это наша семейная поездка в августе 2022 года в Санкт-Петербург. Что-то я общался с женой, с дочкой, с сыном в формате чего, как, куда, где летом. Жена такая говорит, блин, поехали в Питер, никаких за границ, Марии ничего не надо, едем в Питер, вот и дочке наконец-таки Питер покажем, и сыну, что это такое, что за город. Потому что, ну, сам я в Питере бывал десятки раз, и даже после этого видео я, по-моему, уже раза два успел побывать. Вот, то есть, благодаря Сапсанам это стало все максимально просто. Вот, в итоге летом мы отправились с семьей в Санкт-Петербург, там дня на 3-4, для того, чтобы показать классическую программу детям. Показать Эрмитаж, Исааки, съездить в Петергоф, покататься ночью на корабликах с разводными мостами. Видео, правда, это дело не попало. Короче, вот показать такой туристический классический Питер. Получилось или нет, решать вам, посмотрев это видео. Все, давайте больше не буду тянуть с подводкой. Погнали! Вижу это чудо уже не в первый раз здесь. Не зайти в фирменный магазин Васи Ложкина. Самое эпичное из всего этого, это вот эта картина очень понравилась на запад. Понравилось, потому что такие смешные мужички летающие, смотрите, на усах. В магазине прикольная карта, а где ты живешь? Последний раз в Исаакиевском был лет, наверное, 25, если не больше назад. Ну, внутри, в смысле. Рядышком-то бываю каждый раз, когда приезжаю практически. Ребята, помните, в одном из видео своих, кто смотрел, ну, да вряд ли, конечно, кто помнит, ничего вы не помните, не видели вы его, не помните, но не суть. В одном из своих видео про Питер, поездка, по-моему, года два назад у меня была, я возмущался тем, что стояли таблички «Запрещено сидеть на газонах в парках». Как видите, эта ситуация и исправляется. Thank you.
Бажена Андреевна, что вы думаете по поводу всего этого? Комодики, так комодики. Вот это интересно сделано, смотрите. Мозаика из дерева. Это достаточно масштабно, но настолько безвкусно, на мой взгляд. Добрались до стенда с монетами. Вот знаменитые китайские монеты. Ножи и прочие нестандартные формы. О, чешуйки. Как делали? А я знаю человека, у кого есть либо прямо вот такая же, либо подобная монетка. Вот, смотрите, штемпели банковские. Смотрите, затирается, аж прямо видно, что потом на монетах будет как что влиять. Смотрите, банковские штемпели. Вот уже знакомые нам. Ну, смотрите, ошибки про чекана на копейках царских. А вон еще, судя по всему, он пробный монет, французский номер 43. Угадал я, 43 чили, модуль чилийского песо чекан. Как я, наверное, не там читаю. Хотя нет, там. Да, ребят, настолько, конечно, крутые монеты империи. И настолько я рад, что я не собираю столько разновидов, видов, типов. Столько за ними охотятся коллеги-нумизматы и такие ценники. Вот эти большие монеты по центру 155 грамм. А вот тут интересный агрегат. Это копир. Называется станок токарно-копиральный, копировальный, медальерный и гильеширный. Вставляли изображение. И, как я понимаю, он переносил это дело все на меньший масштаб. А вот здесь тот стенд, где сердце каждого нумизмата обливается кровью. Испортили! Караул! Что же вы натворили с этой красотой? Эх. По Индии, я как понял, у них здесь только буквально один такой вот стендик. Понятно, что из представленных монет у меня нет, скорее всего, ни одной. Хотя не вижу, скорее всего, одна-две есть. Сейчас видео досниму, посмотрим. В общем, ребята, нумизматы, кто здесь не был, рекомендую. Есть действительно интересные образцы. Вот, удивили меня еще монеты здесь США. Я вот что-то сейчас смотрел, забыл снять на видео, но коллекция очень хорошая. Я даже не знал, что у американцев там в 19 веке были такие монеты, там как четверть доллара и золото, например, и другие. Ну, ребята, иранские вот монетки лежат. Вот эта квадратная штука под номером 41 весит 400 грамм. 400.
золота чистого. 42-й рядом весит 162, 43-й весит 161. Это получается большая 100 туманов. 51 туман, 42 это 20 туманов, 43 это тоже 20 туманов Каджара. Типичный Питер. Чувак едет из окна, высовывает лицо, пьет алкоголь с бутылки, отдыхает, развлекается. Но сейчас надо понимать, ни пятница, ни разу. Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Очень необычная архитектура для храма. Сей храм сооружен в дар к 300-летию Санкт-Петербурга. Короче, вот на этом месте находился самый первый храм Троицкий в 1703 году, когда Питер основали. И вот это вообще было центром города. Так, для справочки. Ну, потом храм, понятно, горел, реконструировали, достроили в 1933 году, его грохнули полностью. И вот уже в 2003 в таком вот новом виде, в таком вот стиле восстановили здесь святое место. Чисто питерское изобретение. Автобусы с туалетами в центре города. Не очень удобно ставить, ну, обычные здания туалетов, канализацию подводить там и так далее из-за старой инфраструктуры. Поэтому есть вот такие. Наконец я увидел, как это выглядит. Достаточно забавно, конечно. Ну, хоть такое есть. Нельзя не зайти в нумизматический, конечно же, магазин при Монетном дворе. Смотрите, какой здесь прикольный аппарат для нумизматов. Оп. Надо мне такую штуку себе в студию для моих видео. Оба, вот еще увеличительный элемент. Оцените корабль, который занимается чисткой от водорослей. Тарковского сделал мой земляк с Минска. С огромной радостью для себя узнал, что здесь есть та же фишка, как и во многих других речных городах. Переправа. Всего за 100 рублей вот на ту сторону нас сейчас доставят на Каракатице. В Каракатицу нас не посадили, потому что по закону должно быть 12 человек. А там уже у нас один лишний получался. Зато вот мы плывем сейчас вот на такой штуке. Подготовка ко дню ВМФ полным ходом. Не работает «Аврора» на время подготовки к этому всему делу, так что внутри мы тоже там не успели побывать. И сейчас поплываем к причалу со львами, так называемому. Несколько лет назад с женой мы отсюда отплывали на ночной экскурсии на корабле «Корюшка». Сегодня плывем на «Рябушке», но с другой набережной. Ничего себе, в тупик приплыли, смотрите. Я думаю, это сделано неспроста. Вот конструкции слева, они кое-как притормаживают, наверное, волны. Сейчас часть набережной перекрыли. Здесь, судя по всему, будет сидеть народ, наблюдать за
действом. Ну, нельзя сюда, конечно, не дойти, раз уж в Питере. Ну, вот мы и добрались до Петергофа. Не был здесь лет 25, наверное. Не помню ничего, кроме того, что здесь были крутые фонтаны. Сейчас пойдем посмотрим. Мокрый, да? Нет, не сухой. Знаете, чем отличается опытный турист от неопытного? Опытный видит всякие фишечки прямо под ногами. Люк, Ленинград, канализация. Приколись, сколько ему лет. Погода меняется просто каждую минуту. То дождь, то тучи, то солнце, то прям адское пекло наступает. В общем, Питер такой Питер. Финский залив со стороны Петергофа. Так, значит. Видите, в чем плюс ходьбы в кроксах? Подходишь такой по-быренькому, разулся, сунул ногу в воду и ушел. Это причал метеоров, которые из Питера сюда приходят. Кажется, Петергоф был признан самым популярным туристическим объектом за прошлый год. 6 миллионов с лишним человек здесь было. Ну, во всей России, в смысле. Что классно в самом Петергофе, городе, а не парке, тоже всякие разные канальчики, водичка, все такое. Смотрите, какой миленький домик аккуратный. Первый этаж из камня, второй деревянный, а все остальное из чугуна сделано. Ну, в смысле, балкон там и так далее. В общем, пока все туристы гуляют по Нижнему парку Петергофа, мы гуляем по парку в самом городе тоже. Смотрите, какая красотища безумная. Да, друзья, как всегда, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Как бы от меня всегда, знаете, как бы вот Санкт-Петербург это всегда беспроигрышный вариант, если хочется куда-то съездить, перезагрузиться и не хочется выбираться за пределы России. Все, спасибо за ваше внимание, увидимся в следующих видео. Пока-пока, на связи и мирного неба над головой.